Привет всем, кто смотрит этот видео. Едем опять на очередную рыбалочку на карпа или литом или сом. Кто будет клевать? Так что погода классная, жарко, ветра нету. Вот и приезжаем в место. Сейчас должен Петя тоже подъехать. Так что запечатлим то, что будет сегодня. Посмотрим, какая рыбалка сегодня будет. Так что до скорого. Вот и только успел руки помыть, но сразу какая-то рыба подошла. Сейчас посмотрим. Да, какая-то, наверное, пока что мелкая. Вот, клюет. Но посмотрим сейчас. Даже не прошло минуту. Но прикормил там место. Место прикормил. Сейчас посмотрим, что будет. Во, что-то есть. Там клюет потихонечку. На один крючок посадил кукурузу, на другой мамалигу. Ну и в основное тоже мамалига стоит. Посмотрим. Но если линд клюет только на мамалигу, я заметил. Ну карп там. Карп на кукурузу, да, но а если сом, то ему без разницы. Скажи, эта рыба не маленькая. Так, не успел камеру включить. Вот. Первый лин. Сейчас мы его туда. Вот, сейчас отпустим, чтобы он пошел, позвал больших своих друзей. Блин, я крючок не дал.
Все, давай, не прием. Все. Все, пап. Сейчас начнем дальше. Первый, так что все, первый. Первый пошел. Адя, она уже записывается? Да, да. Ну вот, все, сейчас. Давид этот. А я только кинул. Во. И я тоже поймал. Тоже поймал. Давай. Все, давай, давай. Ну вот сейчас покажем. Вот один есть. Сейчас другой привезем, скажи. Сейчас. Сейчас второй привет. Брат пришел, давай. Брат, все. Давай, я тут подержу. Пускай. Вот, я здесь поставлю, снимай его. Ушел. Ушел? Да, соскочил. Все, хорошо. Один ушел, сейчас второй. Ну, не нужен нам. Второй пойдет туда же. Ну, скажи, ребят, началось. Да. Нам душ пока не нужно. Так, вот только бросили, потому что сейчас рыба подошла. Вот только бросаешь. Петя говорит, давай снимаем сразу. Вот, я вот сбоку. Короче. Две удочки. Скажи. Две удочки, да, но рядом надо стоять. Вот пока я закручу. Да, вот только бросили. И сразу я включил камеру. О, смотрите. Уже тук-тук есть. Да, и тут тоже. Да. Ну, давайте, ребята, уже три? Да, или четыре? Три. Один, да. Один ушел. Ну, это тоже, считай, четыре. О, видите? О. Сейчас. Дай мне хоть руки. Да. О. Дай мне руки. Давай. Давай. Я тебя сниму отсюда. Ты смотри, чтобы там... Мою, что ли? Да, ладно. Чтобы не убрало. Но... Ну, тут вот так. То там, то тут. О. Ой, здесь тоже началось. Одной рукой посмотрим туда, сюда. Сейчас. Солнце не видно ничего, да, вот да, что. Да, да. О, привет. Эх, рыба кипит. Ну вот, нам никто там не цепляет ее. Подводников нет. Нету, тут за штаны. Да. Кого-нибудь зацепишь, вон давай, Давид, свой, смотри. По одной удочке, да, рыбачим. У нас нету по 10 удочек, ребята. Нет. Только единственное. У нас за 10 удочек 10 раз штраф получишь. Да. Так, не успеваю, ребята, записывать. Я только зарядил. Вот. Петя уже, понимаешь, говорит, уже есть. Очередной линчик, лин. Очередной. Пятый. Ой. Читаем, будем читать. Пятый уже. Да, сейчас его туда. О. О, куда? Вот так. Я уже зарядился. Все, кидай ты. Вот так выглядит. Видишь? Так что. Рот. Идет? Да, идет. Ну давай, вот, сказали же. Пока прикармливают. Камеру выключи. Тогда выключили камеру, да? Ну вот все. Они у нас не этот, не фотогеничный. Не фотогеничный сегодня, на самом деле. Ну, зато вон тут, сейчас покажем все равно. Да. Давай, гульчитай. Гульчитай, да, выходи. А, ну, блин. А куда он денется? Блин. Да, давай. Да. Ну,
получается. Ребята, видите, не успеваю. О, ну, опа, какой он прыгнул там. О. Там прыгает, здесь. Там прыгает, прыгает. Здесь тоже прыгает. Сколько, седьмой по отчету? Да, не больше. Седьмой уже. О, да, 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 вижу. Вот я только кинул, да. Опа, сальты там. Вперед, назад и все. О, а этот. Не надо нам ведро вашей прикормки. Да, ребята, ведро смотрим. Купите. Смотрим иногда видео, пол магазина приносит. Блин, там сколько деньги, там, понимаешь, на двое-трое суток. И в результате. Ничего. 2-3 штучки. Приезжайте. Если к нам, приглашаем всех. Да, тут что, я вот показал, сегодня записал. Одну коробку кукурузу, баночку эту. Одну баночку кукурузу и все. Прикормил немножко и мамалигу, и все. Стол накрыт, ребята. Ну что, Петя достает очередную. Уже не так, знаю, цветочки, видите, ребята, вот и на рыбалке. О, у каждого свое. Кто-то рыбачит, кто-то кушает, кто-то отдыхает. Но. Вот и речка. Пришли с Петей на рыбалку, порыбачить немножко. Вот красота, погода, солнце поднимается. Так, вот наши удочки. Так, ребята. Нет. Человек рыбачит, смотрите. Это шевали, это нельзя взять, это рыбу сразу надо отпускать. А вон он все, все, все. Что, очередной? А, блин, опять. Блин, блин. Сейчас он как здесь видит, сейчас. О, видишь? Водички он. О, аккуратно. Он всегда, да, если поднял. Да, правильно, давай. Первый хамогин словил в этом году. Запечатлю. Даже он не знал, что рыба там стоит. Блин, что это за рыба, что там, блин, даже о, не... О, кар! Кар, кар! Да не... Ты смотри, какой кар! Не-не-не-не, бонышек, надо меканье, да? Не-не, бон, иса. Смотри, какой кар стоит! Да, у тебя тебе есть парка прикрываемая. Когда ты отойдешь, чтоб ты это... Вон, вот так. Когда он отойдет, удочка там. Бляха, вот это такое я первый раз вижу, да? Чтобы карп не атаковал. Это вот карп, наверное, который мою там, понимаешь? Вот, пускай он устанет, потом его ты достанешь. Чтобы было воздух набрал. Да, воздух. Все крути, а? Не. Нормально, он станет там. Мы его видели там, что-то. Большой карп стоит там. Килограмм 5 там, как минимум, наверное. Мне надо было раньше прийти, да, сказать тебе удочку посмотреть. Да. Это вот хорошо, что он удочку твою не унес, понимаешь? Он мог стартовать и... Да, там хороший карп стоит. Крючок новый. Видишь, помогло, я же тебе говорил. Выкаши. Все, давай. Коньку возле берега оторвет, блин. Я фиксатор открыл, и он ничего не будет. Ну, я говорю, чтобы не тянуло резко. Не, я ему дам, чтобы он успокоился. Успокоился, чтобы воздух брал.
Все, достань сюда, чтобы он туда не пошел. О! Он все хорошо. Да, да. Потихоньку иди здесь. Вот. Аккуратно, не. Да, не в траву. Не в траву, да. Подожди. И сюда. Ага. Да, давай. Ой. Ну такого, Петя, сколько я самый рыбачу карп обычно, особенно такой карп. Или он пьяный там, коли пьяный там. Это сазан, видишь, это же сазан какой. Красивый, блин. Смотри, какой красивый сазан. Ну. Да, доставай, он уже. Только-только, потихонечку. Сюда веди. Вот сюда. Не, ты крути там. Ты когда крутишь, это ничего страшного. Вот. Сейчас его к себе. Не давай ему, что туда что. Да. Туда. Да хайки, ну. Не, мы это не хайтишку. Хайтишку, магамин, хайки, я говорю, нафта. Не тяни сильно. Потихоньку. Вот, подними. Вот так. Вот и все, тихонько. Все. Все, у нас сидит. Все. Там выхода нету. Ну, бля, тут один крючок, что ли у тебя? Да, он один крючок. Все. Такой сазан. Это сазан. Сазан? 100%. Вот, все. Первый сазан. Вот, кверёк, давай. Все, красавчик. Вот так. Все, кайф? Кайф? Кайф, не. Сейчас, чтобы ту удочку не забрал. Хамаюн достает. Кого достает? Не, карп не есть. Не. Я сейчас и выходим с ума. Наивом с ума не решается. Сумик. Сум, да, сум, это сум. Хороший сум. Хороший сум. Кайфуй, только сейчас. Бош, надо учиться. Нам это веришь. Нам это бланыш. Да мы разрывшку там. Дорога. Вот, бас, я сочный. Все, сейчас отдался. Финал, уже все. Привет. Потихонечку. И сотна, сумик. Первый раз, вот мы в этом году уже начали ловить сомика. Штук 4-5 там, может быть. Но первые две очень были хорошие. Вот он, да, вот клюет. Ну, давай впрямую так уже, чтобы посмотрели на память. О, видите? Вот куда вот покормил. Вот видите, о, все, давай, сейчас. Сейчас близко, чтобы... Есть! Да ладно! Это нет, да. Это нет. Что-то есть? Ушла? Соскочил. Ну все, прибросим сейчас. Ну одной рукой снять, другой... А, блин, оторвал. Оторвал крючка, видите? Сейчас поставлю другой крючок. Ну что? В итоге, словили сколько сегодня, поймали? Штук 15, да. Сошло много, но поймали хорошо. Поймали в основном лин, сегодня лин, потом шевали, это шевали, да, это тоже семейство карпа. Вот видите, только бросил. Вот такая рыбалка, мы не сидим, скажем, долго. Да, тут всегда, мы вот... Максимум 3 часа. 3 часа. Вчера вечером были на 3. И где-то 3 часа посидели.
от сводня, с 5 там уже начало, вот, почти 3 часа там.